Граждане Азербайджана смогут покидать свои дома, имея при себе специальное разрешение. Новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса готовит правительство. Документ опубликуют в ближайшие часы. Сообщили об этом на сегодняшней пресс-конференции оперативного штаба при Кабмине. Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Азербайджане переходят на новый этап. Гражданам свои дома покидать запретят. Исключение сделают только для сотрудников сфер, необходимых для обеспечения жизни и деятельности людей. Выход граждан на улицу будет регистрироваться в электронной форме. Перед выходом из дома необходимо будет сообщить об этом по определенному номеру посредством СМС и получить соответствующее разрешение. При обращении сотрудника полиции к гражданину последний должен предъявить удостоверение личности, а сотрудник полиции установить, было ли получено разрешение. Если гражданин зарегистрирован, например, в Ясамальском районе, а задержан в другом, то его поступок будет расцениваться как нарушение карантинного режима. При необходимости в рамках мер безопасности на улице столицы выпустят дополнительные автобусы, отметил председатель правления Бакинского транспортного агентства «Вюсал Керемли». С 31 марта, напомню, приостановлена деятельность метро. Сегодня основные пассажирские перевозки осуществляются автобусами. В настоящее время в резерве находится 85 транспортных средств. При необходимости эти автобусы также выпустят на линии. Говорили на пресс-конференции и о ситуации с медицинскими масками. Их производство уже начато в городе Сумгаит. Эльнара Алиева, Ульвия Сабиргазы, Найб Гаджиев, CBC.